Ну вот, мы на высоте 4000 метров, чуть больше. Это приют 11, легендарное место. В 1909 году тут остановилась группа альпинистов. Позже было построено, ну, они написали, что это приют 11 на камнях. Позже здесь был построен, ну, действительно, такая самая высокогорная гостиница в России. И вот позже она сгорела в 98 году из-за безалаберности. И теперь это вот так выглядит. Я снял кошки только, еще в ботинках. Сейчас покажу, как выглядит вагончик изнутри. Здесь мы видим суровое такое объявление. Видно, были случаи, не знаю. Кого-то, наверное, штрафовали уже. Здесь какой-то хулиган наклеил наклейку. Роба Е. Так, а вот это наши комнаты. Каждому достались по таким апартаментам. Можно выбрать из 7 нар любое место. Никого нету, кроме нас. Нам повезло. Вот такой вид из окна. Правее там Эльбрус, но я позже покажу здесь, отсюда его не очень хорошо видно. Ну вот, мы в районе столовой, около техновагончиков, ну, в тех вагончиках мы ночуем. Здесь камни падают с горы, ледник тает днем, и камни сваливаются вниз. Мы даже видели, как это происходит. Очень интересно. Так, ну а вот это вот сам Эльбрус, две вершины. Это дальняя, это ближняя. Дальняя самое главное. Тут идти, в принципе, уже и нечего. Раз-два и будем там. Но это не точно. Так, посмотрим с этой стороны вид. Мы пришли вот с тех гор. Вот оттуда поднялись пешком. Виды очень красивые. Я думаю, эти вагончики сюда с вертолетов опустили. Конечно, раньше здесь было по описаниям лучше все оборудование. Тут какая-то группа спускается, возвращается. Здесь палатки кто-то разбил, ночевать тоже будет. А вот это столовая. Сейчас покажу, что в столовой. Вот такие столики. Здесь картины, это какой-то гид, он рисует и водит группы. Тут еду оставляют, те, кто уходит вниз, можно разогреть, что-то приготовить. Ну, чтобы не тащить еду, ее оставят, и кому-то она может пригодиться. Вот, например, нам. Тоже знаменитое место, во многих роликах оно есть, эти картины тоже снимали. Не раз мне попадались в интернете. Мы сейчас поварим кашу и поужинаем. Так, ну вот, каша уже, надо огонь поменьше сделать, почти готова. Полопаем сейчас. Вот. Вот за этим столиком мы и сядем. Тут картины опять, как я говорил. Я не мог удержаться, похулиганничал, засунул кусок визитки. Ну, надеюсь, никто не обидится. Может, кто из знакомых, когда поднимется и увидит мою визиточку.